это будет такой строгач страшный. Строгач. У меня, короче, бьет колесо, поэтому поедем на Кэмри 666. Главное не уложиться по дороге. Сейчас заберем ребят, заберем машину и трогаем. Доброе утро. У него рулет. Вот же он халявный бензин, пожалуйста. И сливай нахуй. Главное, сошла. Ну да, ключи дай сюда, бля. Телефон абонента занят. Оставьте сообщение после сигнала. Охуенно, блядь. Пожелай нам удачи, блядь. Хорошо такая. Не, по идее, можно было доехать, просто не глушить ее и все. Да, или заглушить там, нахуй. Так, скажи, что доехали наконец-то до Волоколамска. Сейчас идем. Ищем Волгу. Я не знаю, где она. А вот он. Ай, да, я вижу уже. Если б ты был городом, я бы стал тебе навечно. Пока мы с тобою молоды, я хочу обнимать твои крепкие плечи. Честно, мы ехали, мы думали, что у тебя состояние лучше будет. Будет, конечно. Бля, там... Бля, ну по фотке хром вообще цел. Там. Фотки земные. А, чтоб ты понимал, объявление было выложено так. 28 февраля. А, так вот, блин, 4 дня или сколько? Пост. В общем, с Волоколамска у нас не прошла тема. Машина не та, которую обещали по телефону. Вся гнилая, кривая, битая. Масло ссыто отовсюду. Сцепление не работает. Едем в Пушкино. Лучший город земли. Короче, мы тогда за бензином, наверное, а вот аккумулятором. Конечно. Да? А? 10 литров 400 рублей. 9 литров 400. Да, что-то хотел. А я помню, когда бензин стоил по 15. Аккумулятором пошел. Из окна выглядывает, блядь. Пожелай мне удачи в бою, пожелай.